Всем привет, с вами канал Ветер Севера. Я приехал на один из самых популярных на северо-западе веломарафонов, Токсовский веломарафон. В 2017 году он проходит 10-й раз, юбилейный марафон. Я принимал участие почти во всех токсовских марафонах, разумеется, включая самые первые. Сейчас достаточно раннее утро, стартовый городок еще относительно малолюден. Регистрация уже идет, началась в 8 утра. Температура выше плюс 20 градусов. Для Питера 2017 года это архи жаркие условия. Так выглядит стартовый пакет на полный марафон. Самое главное — это номер и электронный чип. Также в пакете присутствует пробник профессиональной смазки Сквирт, стяжки, талонное питание, наклейка в честь юбилейного марафона и рекламная продукция. Едешь полностью? Монтируешь? Я против Боря. Леша, здравствуй! Привет, привет! Это команда. Да, команда. Замечательно. Я поехал по полю, блин, ужасно. Шанс есть. Не, ну нам надо хотя бы как минимум меньше потерять. А нам-то чего, ты говоришь, что? Командный зачет-то есть? А то! Берегите себя и своих соратников! Thank you.
Тоник есть? Нет, только вода. Хорошо, давайте воду. Спасибо. Вода? Терпим. Саша Симонова достань. А я своим темпом иду. Тоник! Спасибо. Именно тренировочных часов. Два часа. Просто. Нет, это вообще всего. А вообще всего. Если с едой на работу, совсем. Ну не так, как Вова, да. Во сколько он там? А ты есть, ты, наверное, 5 часов или сколько? Готовятся призы и дипломы для победителей и призеров. Шикарная металлическая медаль юбилейного Токсовского марафона. Так вот выглядит.
Юбилейный 10-й Токсовский марафон успешно завершился. С вами был канал Ветер Севера. Увидимся!